спорткомплексе «Старт» в городе Реутов. А вот «Мосполитех» в домашней матче только что пропустившая команда играет в стиле Камягина. Евгений Казаков, Юсупов. Отбор Руслана Курбанова. Еще один голевой эпизод. В штангу попадает Руслан. Ее еще иногда эту комбинацию называют розыгрышем на третьего. «Мосполитех» много раз обманывал соперника. Ну а сейчас явно, как мне показалось, дождемся, правда, повтора. Дмитрий Файзулин, голкипер «Мосполитеха», прозевал удар Владислава Мерлушкина. Принимает участие. Момент у Казакова, и дубль оформляет Евгений Казаков. Потрясающая реализация голевых эпизодов. «Мир», несмотря на то, что пополняется новыми коллективами, все-таки есть и потери. Остановка, но чуть ранее Олег Кручи. Стоит рассчитывать и надеяться «Мосполитеху», уступающему по ходу первого тайма. Касается КПРФ-2, то москвичи преследуют грозненский «Беркут», оторвавшийся уже и от КПРФ-2, и от «Алмаз-Алароса». Аж три четверки темпом, ритмом игры взял бастионы «Волги-Саратов». В предыдущем туре 1-1 выскакивал Олег Кручини. Самых нестандартных, неординарных игроков высшей лиги. Момент у Мерлушкина, и 4-0. Курушин, Тринкунов, Курушин! Добивание 1-4. 1-4. Дмитрий Тринкунов. Стартовал второй тайм противостояния КПРФ-2 и «Мосполитеха». Мы смотрим матч 23-го тура. Ковалев, Тринкунов, Юсупов. Тринкунов в момент голевой. «Мосполитех» набирает скорость. Есть пространство. Ковалев. Как многие любят утверждать, маленькой площадки «Мосполитеха», но на самом деле всем требованиям арена комплекса «Полет». Отличная диагональная передача в разрез. То есть все 100%, все игры между «Мосполитехом» и КПРФ-2 проходят в тяжелейшей борьбе. И как подтверждение этих слов, «Мосполитех» отыгрывает еще один мяч. Долго разговаривали Федоров и Стробыкин со своими подопечными. И вняли их мольбам, вняли их просьбам игроки. Безруков, Курбанов и Казаков. Удар Юсупова. Ковалев уже на чужой половине площадки. Вышли из-под прессинга игроки «Мосполитеха». Взаимодействие с пятым. 5-4. Мяч в руках у Бельчикова. Это желтая карточка. Несомненно, умышленная подножка Курушина. А желтая, оказывается, второй для Дмитрия. Если ему удастся забить, то пятый появится у «Мосполитеха». И в равных составах уже матч продолжит. И Коробейников. Моментально Александр Коробейников наказывает соперника. Серебряков, лидер «Оргхима», но если у Серебрякова нашли, это можно еще представить на любительском уровне. Добивание Тринкунова, и пользуется ошибкой. Для Дмитрия Тринкунова может и до второй десятки дойти, а Коробейников под углом к воротам вывалился 1-1, и шедевральным образом, мягким черпаком. Убирается КПРФ-2. Курбанов. Пошел в обыгрыш. Обманул Догадаева. Штанга уже. Попов. Скрябин. Ковалев, центр. В касание играет Попов. И Юсупов под перекладину со штыка. Не знаю, в честь кого это было сделано. Может быть, в честь возвращения Зинедина Зидана. А здесь не уследили. Скрябин с Догадаева. С другой стороны, можно сколь угодно долго контролировать мяч по задней линии без угрозы. Удар, и 5-7 за 2 минуты и 5 секунд до завершения матча. Это Сергей Попов. Савастьянов, Коробейников, Кручинин.
Курбанов и Мерлушкин. У хозяев Савастьянов, Курбанов. В первом тайме Мосполитех. Савастьянов 8-5. И похоже... И все. На этом прозвучала финальная итоговая сирена. Команда КПРФ-2, один из несомненных лидеров конференции «Запад», одержал победу. 8-5 переигран Мосполитех.